Всем привет! Вы на канале Лорькин дом, меня зовут Лариса, и я сегодня хочу вам показать одну фишку при приготовлении рыбного супа. Смотрите обязательно до конца, и вы увидите, в чем дешевая копеечная эта фишка. Но суп станет изумительно вкусный. Сначала мы разделываем рыбу, варим ее, потом процеживаем, добавляем картофель в суп, нарезанный кубиком, трем морковь. И кусочек сливочного масла можно добавить, но это не та фишка. Можно добавить прям в суп, можно обжарить лук на сливочном масле. Это придаст сливочный вкус супу. Перебрали мы рыбу, отпустили опять в суп, и вот она фишечка. Я добавляю плавленый сырок на эту кастрюлю, 3 штучки. Давлю вилкой, ну, лучше блендером, конечно, взбить. Добавляю немножко бульона из супа и вот так вилкой хорошо-хорошо его разминаю. Добавляю в суп, и суп получается сливочно-вкусный, необыкновенный. Вот в этом фишка и заключается. Вы попробуйте, вам очень понравится, и будете всегда так готовить. Можно сливки добавить, но я вот добавляю плавленый сырок. Отдельно поджариваю гренки обязательно к супу. Они получаются хрустящие, вкусные, обалденные. И такой вот супчик приготовила на обед из гольца. Опять же, и икру замариновала, и суп сварила, и стейки на ужин пошли. Можно засолить, и солю иногда ее. Такие вот греночки поджарила с двух сторон. Хрустящие, вкусные, на маслице с чесночком подала к супу. Мужу очень нравится, мне тоже. Вам тоже приятного аппетита. Готовьте дома, ешьте дома. Это объединяет, сплачивает семью. Вот такой супчик получился. Всем приятного аппетита. Пока-пока!